Айдар Агро банкрот. Ордавар внешний управляющий. Ну, да, я и сам. Молд. Вин. Свин или чвин, я не знаю, но по-румынски. Он продал дороги. Молд Югвин. Санитарную зону продал. Вот. Продал Кискин, руководитель Айдар Мирасы. Принял управляющий Минчогло. ВД Минчогло, Молд Югвин. Что такое? Ага. Вот она, прямо передач. Вот эти 21 человек, которые продали виноград. И вот он продает виноградники или лесополосы еще и продает. Как может человек продать лесополосы? А прокурор говорит, что нету виноградников. Там поле, они написали документ, что поле, Кискин, только поле. Кто Кискин Аркадий Петрович. Кто он такой? Руководитель Айдар Мирасы. Или управляющий. А Бог не знает, кто. Или руководитель, или управляющий Айдар Мирасы. А фактически руководитель Капсамон. Да. Этот мальчик для битья, вот все эти, когда наступит судебная ответственность, его посадят, а он останется в стороне. А Молдвин Юг, эта фирма принадлежит кому вот сейчас конкретно? Ну, Меделяну принадлежит кому? Но он сейчас в должности. Ну, так, понятно, к сыну или кому там, я не знаю, вот управляющий там есть, от его имени работает, бегает, да, там по этим, по гайдарам. Это было 6 марта 2012 года? 6 марта 2012 года. Да. А вот по поводу того, что продавали, вот они, скажем так, вы сейчас подняли шум, они никак не реагируют на то, что вы подняли шум? Прокуратура, вот прокуратура отписалась. Они говорят, что этой бумаги у них нет. Я сейчас пойду проверю, что мы отправляли. А я знаю, что этот Карасини, по-моему, был на прошлом собрании. Говорили, был, мы ему показывали, по-моему, но он ничего не ответил нам. По этому поводу ничего не ответил. А вы не догадываетесь вообще, что он по этому поводу думает? Не знаю. Демьян Николаевич попросил пока подождать. Пока не предпринимать никаких действий, людей не травить и решит вопрос мирным путем. А уж что он считает, как что вы травите людей? Ну, он мне позвонил по телефону, так и сказал, да. А конкретно можете вспомнить, что сказал? Не, ну давайте не будем.